Всем привет! Давно не виделись. Перед тем, как начать видео, хочу сказать, что 25 февраля я проведу на этом канале стрим по Elden Ring. Точное время напишу в сообществе канала ближе к дате. Буду рад вас всех видеть там и приятного вам просмотра. Всем привет! Меня зовут Лариса Гузеева и сегодня невесты Наталья, Ванита, Евгения. А жених у нас пиздец. Всем привет! Это я, московский тусовщик. Люблю тусить. Тус-тус. Люблю модных чик, люблю клубы, чтобы музыка бом-бом делала. Хочу найти себе девочку, эту тати, эту сучку, чтобы мы с ней делали тус-тус. Ты чё за собой не смываешь? Мама, уйди, пожалуйста. Долбою. Мое имя Саша Блэкстар. Клубная погоняла Dark Killer Ganja Bass. Меня знает весь мой район, поэтому никто не здоровается. Ночью я bad boy, а днем я продавец-кассир. Красивые чики пишите мне в директ. Хоть какие-нибудь напишите, ну пожалуйста. Ну, и вообще я тоже по клубам люблю ходить, в общем. Ну, с виду я не знаю, я экскортница, не экскортница, так-то. Ну, а что такое экскортница? Жень, нахуй тебе этот джиггернаут не уперся, бля? Я тебе говорю, ты же у нас хорошей семьи, хорошая девочка. Да, Жень? Ай, бля, мне похуй, хоть с лосем ебаться, главное, чтобы деньги были. Саша, ну вот же видно, что ты, ну, парень хороший. Ну вот зачем ты так с собой? Ну непонятно нам. Ну просто, чтобы вы понимали, я... Заткнись нахуй, это риторический вопрос был. Так, а мне непонятно, а почему Саша Блэкстар, а не Саша Бургер Кинг, к примеру? Потому что это мой путь, это мой смысл, мой крыл, вот. Эй, чё за долбоёб? Он на видео сказал, что ищет сучку, а я же тоже сучка. Или не сучка. Ёб твою мать, чё так штормит-то, блядь? Сашенька, а можешь нам рассказать, сколько ты на себя тратишь в месяц? Ну, мой доход, он напрямую зависит от дохода моей мамы. Я за 10 минут могу сделать, ну, где-то 40 тысяч. Всё зависит от того, когда мама там спать ложится или в туалет идёт. По-разному. Это какой-то пиздец. Ладно, пришло время знакомства с первой невестой. Все, господа, выпускайте Кракена. Привет, меня зовут Наталья. Очень приятно, дай пощупаю, что у тебя там. Писюн. В натуре писюн? Да не, уже нету. Наташенька, а как вы относитесь к ботоксу? Хорошо, хорошо, я и есть ботокс. А вот вы были замужем, а где ваш муж, собственно? Мы развелись, потому что он гулял. По бабам гулял? Нет, просто гулял по улице. Не поняла? Ну, я вычитала в одном из своих пабликов, что если твой муж гуляет, то значит это плохо. Вот. В общем. Ой, ебаный кошмар, дура, блядь. Так, а что вы подарите нашему жениху? Я подготовила ему особенный подарок. Сашенька, в своем видео ты сказал, что любишь щит, любишь стайл. И вот я принесла машинку для щит, чтобы мы могли делать щит. Так-то щит это не про то, дура, блядь. Лариса, какой нахуй щит? Еще паяльник притащила. А то ли хуйня какая-то. Зовите вторую. Ой, мне так приятно. Ой. Ой, вообще я не понимаю этих нападок на деньги. Если любишь, укради. Если хочешь, забери. Если знаешь, что забудь, звони маме, если разлил ртуть. Эй, блядь, где вас берут, сука? Ой, блядь, когда я уволюсь отсюда, а? Так, давай быстро показывай, что принесла, и уёбуй. Я принесла песню. Садись, зайчик, сейчас будет трип. Е, это Лил Джун из Саратова. Е. I will fucking rather problem pills, man of you just like a rock star. Да чё за пиздец нахуй? Ёб твою мать. Всё, зовите следующую, ну и нахуй. Здрасте, Евгения. Здрасте, здрасте. Какое у вас любимое место? Зона. Зона — это мой смысл. Естественно, если у меня будет мужик, дома петухом будет он.
Ну, прошлого мужа я убила, за это отсидела 10 лет. Да что ты трясешься, Додик, хотя бы моргай. Да что ж ты его кошмаришь так? Он уже сидит, не знает, что ему делать, ну. Да не, я знаю, все нормально. Ты уверен, сынок? Да ладно, Саша, спасу тебя. Давай, кого выбираешь из них? Не-не. Нахуй ты зашел сюда, блядь? Потому что я выбрал тебя, моя сучка. Мальчика. Вот наша передача закончилась, и если вы смотрели это до конца, то мои соболезнования. Большое тебе спасибо за то, что досмотрел это видео. Не забудь поставить лайк и подписаться. Также напоминаю, что 25 февраля будет стрим по Elden Ring. Жду вас всех, пока!